Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о текстурных пастах торговой марки «Фабрика Декор». Совсем недавно у нас появилась новинка – это текстурная паста с резист-эффектом. Что же такое резист-эффект и с чем его едят? Резист-эффект – это проявление рисунка через нанесенные поверх него слои краски за счет использования водоотталкивающих материалов. Проще говоря, это способность материала не окрашиваться. Давайте же посмотрим, чем они отличаются, и сравним две пасты. Я выбрала для этого моделирующую любимую пасту и новенькую с резист-эффектом. На лист акварельной бумаги нанесем обычную моделирующую пасту с помощью мастихина и окрасим ее с помощью спрея. Моделирующая паста хороша тем, что она прекрасно держит объем, никуда не растекается, благодаря своей плотной текстуре. Для чистоты эксперимента через тот же трафарет нанесем новую новинку пасту с резист-эффектом. Наносится тоже замечательно, имеет приятную текстуру и плотность. Обе пасты очень быстро сохнут, что является несомненно их плюсом, и имеют немножечко разную после высыхания поверхность, более рельефная, грубоватая после нанесения текстурной моделирующей пастой и более мягкая, приятная после нанесения новинки текстурной пасты с резист-эффектом. Давайте же теперь посмотрим на основные качества этих паст после того, как мы окрасим их с помощью спрея. Я выбрала спрей Metallic Jeans фабрики Декора, один из моих самых любимых цветов. И покрываем все спреями. Даже сразу же первым невооруженным взглядом видно, да, что паста с резист-эффектом сразу же проявляет красивый белый цвет. Но все же подсушим. Что будет дальше? Думаю, прекрасно видна разница между двумя пастами. Паста с резист-эффектом прекрасно сохранила рисуночек, и мы четко видим весь наш трафарет. Паста моделирующая окрашивается, и поэтому такого эффекта у нас нет. Давайте же еще немножечко влажной салфеткой пройдемся. И рисунок трафарета станет еще четче и красивее. Я думаю, это очень интересный продукт для ваших новых экспериментов, новых начинаний. Обязательно попробуйте новинку фабрики Декора, текстурную пасту с резист-эффектом. Спасибо за внимание. Всем чао-чао!